Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжим родить игру под названием «Я ненавижу эту игру». Так, Ух ты ж, ё-мо. Но это было легко. Пашка, кликни, чтобы начать. Ух ты ж, ё-моё. Подождите. Я подумал, он меня сейчас раздавит. Отлично. Осталось спуститься безопасно вниз. Так, перерождение. Хватит. Ну, я понял, хорошо. Черт. Готово. Жидкое мясо. Секретный уровень снегопад. Да, жесткий снегопад. Не понимаю, но ладно. Жидкое мясо. Не врубился. Мне нужно, чтобы типа все блоки пропали. Это бред. Не думайте. Это, во-первых, жестко. И я не уверен, то, что это и нужно сделать. Давайте попробуем. Все блоки. Под землю. Дверь была подвижна. Симметрия.
чё? И я просто нога. Превью. А это то, что, помните, мы в комнату заходили? Я еще думал, что это за циферки. Так, сначала стоять. А ладно. 8. 1. А, поехали так. Так, 7. 4. 7. 8. 8, 1. 74. Ревью. Это не оно. 81, 74, 93, 78. А вы думаете, я помню? Если б я помнил. Хотя, может, здесь на картинке имеется в виду ревью. Хотя запомню. 81. 93. 81. 93. Я думал, именно превью... Качок. Ты убил качка, но он убил тебя. Ты глупый или прикидываешься? Я не успеваю прыгнуть. Ага. Качок уничтожен. Наложение. F, M, Q, G, N, F. Два, шесть, пять, 1, 4, 3. Значит, G, G, F, F, N, M, Q. И М. Что там было написано, я не увидел. Блин, ладно. А, выше. Перегонки со временем. Черт. Ладно, здесь хотя бы успели. Google. Скобочка Google. Google. I had this game. Open the door.
Так, нажмите, чтобы повернуть рычаг. Мне немного что повисло. Терминал. Я понял. Положительное число. Ап. Давайте вычислять. Вверх. А. Это будет 5. Ошибка ожидалась после команды. А, чё-то не понял. Down. Release. Release. Давайте release. Реалиас. Также. Реалиас. 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 Как не работает. Так, неизвестно. Не понял. И им целое положительное число. А целое. Используйте команды описания в документе, чтобы составить программу. Ну так это, я не могу ее составить. Потому что ошибку. Реалиасе. Может мне нужно это? Чик-чик. Давайте попробуем. Да. Пам. Эррор. Левел алгоритм. В смысле, левел алгоритм. Ладно, давай. Вот так. О, работает. Ну, еще получается на блок. Но там было сказано только целое число. Потом left. Пускай будет 6.
6 тоже. Е4. После А. Left. 4. Left. Потом down. Будет 2. Пробуем. Я написал налево, да? И так, ну вниз, в принципе, правильно. Запись же идет, идет, все, значит, хорошо. Посмотрим, как получилось. Дальше, как мне это уничтожить? Релейс. Мне именно вот эти проход нужно с понятия сломать. Или он автоматически сломает. Точка с запятой. Вот хорошо, здесь он поднимется. Проедет вниз, сюда, вверх, вправо. Мне вот это понять, как стеночки сломать. Давайте попробуем. А, я не знаю, на руку, а что там писал вот туда? Или там не было написано? Сейчас посмотрим. Теперь up.
Не-не-не, теперь down. Down. Кай будет... Сколько? 6. И... Right. Будет 4, 6, потом unlock door, и потом снова райд. Это на 3. Unlock door. Unlock door 1. Так, рихт. Давай хотя бы вот так, пока что. Смотрим. Ну блин, мне тогда только спустить вниз. А мне что, нужно и дверь, чтобы открылось? Рихт. Там походу еще какая-то комната следующая. Это надо жопа программу тут прописывать. Значит, на 1 назад, вверх,
8. Потом. Unlock. Door. И дальше у нас right. Right 2. Должно получиться. Если это 8 блоков вверх. Пипец, 10 каких-то головоломок мы решали целую серию. А что же будет на эксперте? Там, наверное, жопа будет. Угадал с 8-кой. Значит, давай 10. Долго едет. Это самый долгий уровень. 100-й. Он сложный. На 10 он вверх поднимется. Что-то там. Рели Аси. Рели Аси. Должно как... Походу это поворот, да? Я думал, что мне нужно просто выше подняться, оказывается, нет. Ну, смотрите, в игре уже, в принципе, пасхал есть. К играм другим. К мультисериалу, если брать Кенни, да? Ну, в принципе, Кенни — это и видеоигра тоже. Если брать South Park, Палка Истины, либо South Park, что-то там про супергероев. Unlock door. И здесь меня должны отпустить. Рели Аси. Ну это последняя попытка, если типа не сделается, тогда посмотрим на интернете.
даже это сложно, это много времени было. Вверх. Командные блоки. А подождите, если меня отпустят... Я ж там не попаду, да? Пойди не должен. Нажмите, чтобы закончить приключение. Давайте тогда эту вебку вырублю. И, типа, мы вернулись. Я ненавижу эту игру. Fuck off! Тупой компьютер. Ну и, короче, наш герой просто выбрасывает. Так. Игра разработана. Ну, давайте смотреть, оценивать игру. В принципе, у нас еще есть с вами дополнительные, то есть секретные миссии и экспертные миссии. А есть пасхалки на игры. Вот это стрелялка, ураган, брон, другие игры, там Angry Birds. Там, а какие вообще были, подождите? Там достаточно было, там 5, кажется, пасхалок было, или где-то столько. А музыка, конечно, да, немного однообразна, но типа такое, 50-50. Всем хейтерам игры, каждому, кто посетил фон... Так. Фанарт, мемы и статьи, друзья, вместе всем, кто не уважает. Так, Hack the Gunner, The Hearts... Что-то там, не успел. Всё? Секретные... Ой, тут 10 уровней секретных, мы их не открыли. А эксперт... Экспертов тоже мало. Давайте тогда экспертов на следующую серию, думаю. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.